такая вот красота здесь. Выгружаемся в таком вот месте. Привез плиты. Сейчас будем выезжать, я вам покажу просто. Офигеть, какой здесь маршрут. Такие вот бетонные плиты. Подгружают кран. Подъем. Это на заезд. Не знаю, видно, не видно крутизну. Сейчас будет коллега заезжать. Я вот заезжал. Вот это я шлифовал. На второй передаче сюда. 21 тонну затащить. Так, заезжает его коллега. Так, друзья, ну что, мы выгрузились в таком замечательном месте. Уникальная, конечно, выгрузка, точнее маршрут. У меня тут жесть, какой бардак. Сломалось крепление, короче, все валяется, документы валяются. Ладно, будем выезжать. Так, сейчас разберемся. Прицеп я убрался. Так, что-то мне спинка не нравится. Так что, поехали. Так, такой здесь спуск. Он же был подъем. Трэш. Не знаю, сколько здесь процентов. Я здесь когда заходил, здесь метров, наверное, 5-6 полос остались черные. Так, теперь сюда. Хорошо, что здесь никто не запарковался. Иначе было бы плохо. Так. Так, вот проходим. Но это, друзья, только начало, чтобы вы понимали. Там, где мы будем выезжать отсюда, здесь, к сожалению, другой дороги нету. Дорога одна. Поэтому я сюда просто ехал, у меня, честно говоря, даже и мысли не было камеру нацепить. Потому что я в таком шоке пребывал. Так, это мне сейчас налево, потом направо. Так. Интерспорт. Здесь, кстати, по магазинам пройти, но здесь, наверное, будет очень дорого. Это горнолыжный курорт. Мы сейчас выезжаем. Здесь всякие сувениры.
Я думаю, здесь дорого будет. Хотя, как знать. Просто сюда продукты доставить проблематично. Так, теперь мне надо как-то стать. Так. Короче, вот так, друзья, стал. Решил передом. Лучше потом задом выйду. Спокойно. Зато в тенечке. Неизвестно, сколько еще здесь стоять. Сейчас вам покажу просто приблизительно, куда я ехал. Как бы по выгрузке здесь вопросов нет. Здесь есть вопросы по маршруту сюда, заезду. Вот так вот я стою. Здесь, короче, автобус, я сюда заполз, тенек. И вот здесь вот. Тут, конечно, ну, не передать просто словами, какая здесь высота. Там дальше просто бездна. Вот, не знаю, если видно. Вон там белые кемпинги. Там, кстати, тоже паркинг. Но там, по-моему, по высоте он. Или нет? В принципе, можно было бы туда спуститься. Вот так вот. Так, друзья. Вот такая красота позади меня. Честно говоря, я, несмотря ни на что, несмотря на то, что получилось так, что по такому маршруту проехал, я, честно говоря, доволен. Почему доволен? Потому что когда я еще смогу побывать на горнолыжном курорте и на таком огромадном? Вот, уникальная возможность. Ну, как бы я здесь, конечно, не отдыхаю, это понятное дело, но тем не менее я хотя бы посмотрел, как люди отдыхают уже. Воздух такой горный, чистый. Слышу, где-то здесь ручей. Я бы, конечно, не знаю, я все-таки вот, я уже не знал, потому что я никогда так толком в горах не ходил, не был. Но когда посетил очень много гор, походил вот так среди них, не знаю, я бы, наверное, все-таки вот так неделю какую поползал по ним, вот именно куда-то идти там, по какому-то маршруту, забраться на горы там. Я знаю, что нереально тяжело, но тем не менее я бы, наверное, хотел бы. Да, точно хотел бы. А здесь получается маршрут вдоль этих гор, и вон там он выходит. Полностью петлями, очень узко, но в принципе мы будем ехать сюда, я же говорю, что сюда, здесь больше нету маршрута. Вот, мы уперлись, здесь тупик, все, только сюда. Поэтому, ладно, друзья, я не буду опережать события, делать какие-то поспешные анонсы. Может быть, пустому мне как-то полегче пойдет, может я под вечер поеду, там полегче, потому что я заезжал, был поток больших машин, запаркованы пришлось, вот так вот, такие расстояния от машин были. Пришлось, короче, включить все свое мастерство, которое у меня скопилось за этот год. И за эти года, что я ездил на грузовых машинах, поэтому. Ладно, пойдем, короче, пока отдыхать. Так, друзья, у нас неприятный момент. Нас прогнали. Автобусник нас прогнал, сказал, что это паркинг для автобусов. И свой каминьон, говорит, забирай. И этот. Ну вы поняли.
спорить не будем. Походу, это действительно так. Ну ладно. Тара-тара-тара. Мы спустимся чуток ниже. Сейчас чуток маршрута этого захватим. Прикольного. Жестко набирает. Жестко, жестко. Не надо так набирать. Колесо у человека. Короче, я потихонечку спускаюсь на тот паркинг, который внизу. Здесь реально одно неловкое движение, и чему-то придет капендос. Так плотную проходим, если бы только знали. Надо строго посередине, потому что здесь арка. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик.
Так, ну что, друзья, мы спускаемся потихонечку. Дали нам загрузку. Будем плавненько спускаться. Так, сейчас посмотрите, по какому маршруту я ехал. Это, конечно, далеко не... Ну, я имею в виду пустому, как я сейчас спускаюсь. Это далеко не тот вариант, который был у меня первоначальный. Так, попробуем круиз поставить на 25. Может, будет держать самостоятельно. Потому что... Очень по-дебильному работает ретардер. Оба. Сюда я поднимался практически чуть ли не на второй передаче. То манище так сопротивлялся. Тяжко мне, тяжко. Я знаю. Я еду на 30 километрах в час, и мне кажется, это много. Кругом такие скалы, что надо тоже осторожно, чтобы прицеп не разодрать его. Интересно. С выездом на встречку по-другому там не зайдешь. Так. Так вот немножко будем подрезать. Аккуратно смотреть, потому что мотоциклист сейчас стопудово где-то стартанет. Так, круиз 25. Так. Вот, видите, пошел прямо на повороте. С ними, с этими ребятами надо очень аккуратно. Так. Кстати, очень удивительно, одинаково проложили сиджики, я был 120 километров до загрузки. Знаю, задача сегодня якобы загрузиться. Ну, я не знаю, честно говоря. Смотрите, 30 километров в час еду. Пока я сейчас выберусь с этих гор. Так, шайба у меня полная. Мне осталось 3 часа всего. Типа якобы загрузиться главное сегодня. Ладно, едем максимально. Там посмотрим. Задача это задача, но выше головы я не прыгну. Надо тоже внимательно здесь, аккуратно, куда здесь лететь. Лететь тоже не получится. Прям такие.
велосипедистов. На гору поднимаются и назад с такой бешеной скоростью спускаются по этим поворотам. Тоже вот у меня круиз 25 стоит. По идее, он должен добавлять плюс 4, я выставил. Вот мы едем 45. То есть вот он пустой двадцаточку просто как добавляет. А груженный вообще пер бы тут, наверное, я не знаю. Хорошо, что мы там не загружались. Буду стараться, ребята, заснять все прохождение города, если мне хватит, конечно, батареи. Потому что я уже на ходу здесь не смогу переключаться. Как будет. Самое было такое жесткое, наверное, в городе. Там вообще было там очень-очень узко. Честно, вот в один момент была такая улица, в которую я поворачивал, и дальше. Что я уже думал, что, ну, как бы, движение задним ходом будет следующий мой маневр. Но нет, как-то более-менее вот так отзеркал от машин. Прошел, более-менее как-то вырулил. Очень-очень все низко, и провода здесь низко. Я даже не знаю, как здесь. Ну, ездят же автобусы. Конечно, фуры здесь редкость. Так. Мы, интересно, куда едем дальше грузиться. Прицеп подтягиваюсь, потому что вижу, что ребята не особо понимают, что меня прицеп режет. Иногда люди понимают, берутся правее, а иногда нет. Блин, как узко. 13%. Старт вообще не держит. Вообще не держит. Так. Здесь аккуратненько. Аккуратненько. Эти ребята притормозили, они думали, буду чуть-чуть браться левее, потому что прицеп режет. Но я пустил его немножко по обочине, ничего страшного в этом нет. Вот такие вот мосты здесь. Здесь мы не влезем ни с кем. С мотоциклом, наверное, только. И вот. Вот такая банда здесь. С двух сторон усложняет маршрут. Так, ну, будем мы за ними. Через 300 метров поверните направо. Так. Уголчик и спрятали. Я же как-то говорил, может, там ребята новичкам будет в помощь, что прицеп крутится, как правило, на средней оси, и от этого надо отталкиваться. То есть как только он зашел, средняя ось, за пределы этого поворота, можно смело его тянуть вправо, чтобы он на месте чуть-чуть подкрутился. То есть вот таким образом. И спрятать угол левый. Так. На следующем повороте поверните направо. Сюда, типа, можно, говорит.
прицеп, можно увидеть ее. По минимальному радиусу тащу возле осевой. Так, 3,5 тонны. Что ж там интересно, 3,5 тонны. Представляете, если здесь нету никаких знаков и такая жопа. Так, попробую немножко ускориться. Возможности, пока вроде велосипедистов нету. Так, знак УЖИ. УЖИ сейчас будет. Так. Хо-хо-хо-хо. Проходим пока чисто. Я спущу с гор, колодками, конечно, будет пахнуть. Потому что ретарда вообще мертвая. О, что-то схватило. Остыло, наверное. Оба. Чек. Чек, 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 чек. Оп, 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 оп. Конечно, там подсобрал немножко колеечку. Ну, ничего не сделаешь. Так. Ну, здесь прям оп-оп-оп-оп, вообще просто. Плавно поверните налево. Затем используйте второй поворот направо. Так. Балкончик не цепануть. Так, здесь такая низинка нехорошая. Оба. Нормально проходим я. Чуть левее взял, чтобы не задирать подушки. Так, поехали дальше. Что у нас дальше? Кстати, здесь рекомендую, я координаты оставлю этого горнолыжного комплекса. Очень красиво. Если вы находитесь во Франции и на машине, возможно, вам эта информация пригодится. Если я когда-то... Ой-ой-ой, прошел. Как прошел возле знака. Как прошел. Очень узко, очень-очень. Здесь у меня прицеп резанет, поэтому, братушка, аккуратно. Аккуратно. Я, наверное, эту поездку, даже если получится у меня несколько серий, то пускай будет несколько серий. Чтобы вы, ребята, видели, что не всегда приходится ездить по автобанам. Далеко не всегда. На самом деле это, ну, наверное, раз в неделю попадает что-то такое, нечто подобное. Это, конечно, такое уже... Более такое что-то интересное, эти горы. У меня такая ситуация была, я в Италии поднимался в горы такие тоже. Тут как бы страшно вот так ехать, допустим, как бы не сильно страшно, особенно выезжать не страшно, но тот момент, когда ты сюда поднимаешься, у тебя присутствует вот такой страх, что вдруг впереди что-то такое, что ты не зайдешь, не повернешь, вот этот страх, и сразу там, ну, дальнобойщиков, наверное, неопытных и молодых, у всех
самый страх — это вертолет, что типа разворачивает. Вот, и это дорогостоящая операция. Не дай бог, конечно, никому. Потому что мы приехали сюда в первую очередь ради своих семей, ради заработка. И, конечно... И тут дело в том, что от вас, ну, зависит, конечно, там, если вы уже видите, там, чуйка сработает, тогда да. А если полностью полагаться на навигатор, может быть проблема. Причем я вам почему говорю и показываю, что долблю, можно сказать, каждую серию практически, что у меня два навигатора, свежие карты, лицензионная карта, лицензионная навигация, и все равно они косячат. То есть я не показываю, что там вот навигаторы, там я езжу только по ним. У меня немножко тут тоже, как бы, я спокойно вообще к хейтерам отношусь, как бы даже, скажем так, что не обращаю на них внимания. Бывает, отвечаю где-то, когда уже там выходят за рамки, за какие-то. А если тупо оскорбление, с таким встречаюсь, там на Фейсбуке, в группе там выкладывал видео, и там... Ну, это я, знаете, как отношусь. Идешь там по улице, да, и шавка с будки выбегает, и гав-гав-гав-гав-гав. Ну, ты как бы топнул разок, чтобы она там отскочила, да. Но ты же не бежишь ей вслед, и там гав-гав-гав-гав, там, ну... Это выглядело бы нелепо и глупо, потому что ты человек, гомо сапиенс, да, и человек разумный. Она собачка, просто тупая собачка, которая лишь бы погавкать, облаять кого-то. Если бы ты дал ей колбаски, она бы была твоим другом, правильно? Так и мое отношение к хейтерам. Если бы там человек хочет что-то мне подсказать, там, я ж не пропагандирую то, что, допустим, я... Езжу я прям такой специалист и все там. Нет, я вам показываю, как оно есть. То есть, да, какой-то опыт у меня уже появился. Спустя год работы накопились какие-то навыки, какие-то знания. И я стараюсь этим делиться, тем, что знаю. И, может быть, тем, что недопонимаю. И чтобы вы в нормальной, адекватной форме могли подсказать: слушай, дружище, там ты немножко не так делаешь. Вот, согласно такой документации, вот, даже можете ссылку привести на документацию, там, на нормативно какие-то документы, согласно ПДД, там, согласно это, вы вот так надо делать. Я соглашусь, скажу, да, блин, ну, действительно, наверное, я все-таки не прав был там в этом моменте, раз действительно там есть конкретные достоверные факты, что... А не так, что дебил, там, ну, я же не учу никого, я показываю просто свою работу. А когда человек пишет оскорбление, ну, я вообще не обращаю на него внимания, потому что я представляю ту будку, в которую он сейчас забежит. Могу топнуть, а могу просто не топнуть, не обращать внимания. Так, вон там он, город внизу. Опять мотоциклисты, смотрю внимательно, чтобы эти мотоциклисты меня не залезли мне на поворотах где-то. Потому что мне иногда вот из таких деревьев приходится вот так чуть-чуть левее взять, чтобы ни плотничком нигде не зацепиться тентом. Так, здесь вот чуть-чуть правее возьмем, чтобы прицеп не так резал. Ну, видите, сложно взяться, потому что здесь вот, ну, вы видите, что ситуация такая. Ситуация такая. Да, собрал, конечно, я людей. Ну, блин, надо, наверное, сейчас будет где-то уширение, и, наверное, мы все-таки станем. Что это неправильно и некрасиво. Через 300 метров поверните направо. Только на нормальном уширении, чтобы наоборот препятствий не создать. Сейчас посмотрим. Тут с левой стороны. Так, нам направо. На
На следующем повороте поверните направо. Нам направо. Едем направо. И осмотрел. Так. Так, мы заезжаем в город, в черту города. Уже следующего. Чуть пониже мы стали. А что это здесь? 3,5? Интересно. Это интересно. Кстати, очень интересно, я сюда ехал и что-то как-то не было знака. Может, табличку просто сняли, что там 3,5 где-то там. Хм. Очень странно. Ладно, едем. Ничего не сделать. Ничего вроде как не сделать. Да и дорог-то нету. Доехать-то на самом деле. Одна дорога. Вот СМР-ка есть, что я разгружался здесь. Как бы с адресом совсем. Ну, чё уж тут. Так, через 550 метров направо. Зона 30. Зона. Фу. Я по той стороне шел. Вот этот маленький городок. Здесь одностороннее движение. Я там шел, там вообще узко было. Здесь вроде как более-менее. Все равно, знаете, Нива стояла, кстати, здесь очень много джипов. Теперь нам надо направо уйти. Так. Выходим максимально. Фух. Я вам так скажу, дыхание замирает, хоть бы ты ни был водитель. Я себя хоть более-менее в плане этого уверенно чувствую, но... Блин, а вдруг там что-то, знаете, как бы... Где-то поуже будет. И что потом? И все это расстояние придется задним ходом. Во-первых, сзади поток.
как его люди могли... Не, ну люди поняли бы, конечно. Жандармерия с левой стороны. Я же не по собственной инициативе сюда заехал. Работа. Так, ну мы вроде, ребят, выезжаем на более-менее, наверное, уже хорошую дорогу относительно. Сейчас посмотрим, вроде как. Сейчас проедем городок этот. Я сейчас немножко... посмотрю... Ну, как бы практически да, практически да. Там еще будет какой-то городок. Так, ладно, наверное... Возможно, встретимся чуть дальше. Если там что-то более-менее интересное еще появится, тогда я еще раз включусь. Все, друзья, вот такие вот бывают маршруты в нашей работе. Не самый страшный, может быть, ездил кто-то и поболее таким, но... Немножко сжимается, по крайней мере у меня, наверное, от нехватки опыта, возможно, чуть-чуть, не сказать, чтобы так вообще-вообще, но чуть-чуть было-было, не буду скрывать. Как-то так, друзья мои, едем дальше.